Хорошо, окей. Окей, девочки, вот маленькие девочки, идите сюда. Вот сюда вставайте. Так, пропустите нашего экскурсовода. Все, все зашли. Нет, я вижу, но я хочу, чтобы всем были видно. Было видно, пройдите вот так вот, ступенечку, пожалуйста, девушки. Вот так. На ступенечку поднимайтесь, пожалуйста. Лиза. Вот эти красавицы, знаете, вас не тянут. Здрасте, принцесса. А что-то принцесса принимает. А вот там. Здравствуйте всем. Я рада вас приветствовать в одной из трех венецианских мастерских. Оставшиеся в Венеции, потому что все остальные по причине частных пожаров были перенесены на отдельном острове Мурано. Меня зовут Надя, нашего мастера зовут Иван, я прокомментирую его работу. Перед вами печь, температура которой 1000-1200 градусов. Она никогда не останавливается, постоянно горит. На ночь печь помещают в состав сода, песок и поташ, на утро это оранжевая жидкая масса. Оранжевый цвет из-за очень высокой температуры. Сейчас вам мастер продемонстрирует один из основных методов обрабатывания стекла. Это липковытяжка. Этим образом и делается вся скульптура. Несмотря на сложности работы, скульптура должна быть готова в течение 2 минут, пока цвет стекла оранжевый. Остывает стекло, теряет эластичность и привлекает прозрачный цвет. К сожалению, скульптуру, в отличие от выдувного изделия, дважды в печь не отпускают для нагрева, потому что все раньше вытянутые детали потекут как свеча, и от работы мастера ничего не останется. Наш мастер работает мастером стеклодува уже 25 лет. Полностью сохранены все традиции ручной работы с 9 века. И на сей день нет ни одной школы, где можно обучиться этому мастерству. Все передается по наследству, с поколения в поколение. Инструменты. На ваших глазах наша скульптура готова. Стекло в данный момент считается холодным для работы, но температура около 700 градусов. Вазы, бокалы, блюда из выдувного шеста помещают во вторую печь, которая справа от вас под козырьком называется темпера или отпускная печь. Температура которой достигает 700 градусов и постепенно снижается до комнатной температуры. Если оставить вазу на поверхность околошатку 3-5 минут, ваза лопнет. Получится термический шок для стекла. Ну что, браво, наш мастер! Браво!